Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Итак, столкнулся с тем, что не могу разобраться в себе и в чем главная проблема. Но у меня здесь появилось такое ощущение, что вы, знаете, как вы требуете от себя, как будто бы вот чтобы, ну, что нужно найти главную проблему. То есть, ну, условно говоря, там, если главной проблемы нет, да, то ее нужно найти. Вот. То есть нет такого, как мне кажется, понятия, да, как главная проблема. То есть проблемой может быть, в принципе, все, что, ну, таковыми ощущается вами, понимаете, какая штука. Вот, поэтому я думаю, что вот этот поиск главной проблемы, да, он вас в какой-то степени, ну, отталкивает, он вам в какой-то степени мешает, потому что получается, что вы заботитесь тем, чтобы искать главную проблему, а на другие проблемы вы можете там, условно говоря, позволить себе ну, просто забить, например. Вот. Тогда как любые проблемы важны. А вот, и мне кажется, что это первое, на что я хотел бы обратить ваше, ну, ваше внимание. Это первое, прям. Второе. Вы... Значит, пишите следующее. 30 лет, есть работа, на которой я очень нервничаю. Есть мужчина, за которого не хочется замуж, но живу за неимением любимого мужчины. Смотрите, вот есть такое ощущение, да, что то, что я хочу, образно говоря, то, что я хочу, я должна как бы отодвинуть на задний план и делать только то, что нужно, да, то есть работа, которая мне нужна, там, мужчина, да, то есть как бы, такое ощущение, да, что вот я чего-то хочу, но я от этого отказываюсь, я считаю, что это не для меня, я считаю, что, условно говоря, что, ну, как бы важнее, да, другое немножко, вот. Ага, то есть такая позиция у вас получается, вот. И это несколько, ну, наверное, такая у вас стратегия глобальная вообще по жизни, что мои желания, они, условно говоря, там, на самом, ну, если не на самом прям последнем месте, да, то, ну, наверное, на каком-нибудь там, не знаю, 10-м месте, да, то есть, ну, вот, как бы, ну, не на первом месте точно, понимаете, да, что я пытаюсь вам сказать. То есть, как бы, проблема, она вот в этом отчасти, что то, как вы организовывать себя, да, вот, ну, себя там,
свой быт, свою бытность, вот, то, как вы это делаете, как бы вот выглядит таким образом, что вы постоянно себя как-то свои потребности на второй план отодвигают, а то на третий, на четвертый. Это говорит о чем? Это говорит в первую очередь о доминировании надо, о доминировании там я должна и так далее. Это говорит об этом в первую очередь. И как бы у этого, в свою очередь, тоже есть определенные основания. Вот. То есть понятно, что вы должны что-то. Понятно, что у вас есть и должна быть некоторая ответственность. Это понятно. Никто вас, там, образно говоря, никто вам, точнее, не говорит, что вы должны отказаться от ответственности своей полностью вообще. Вот. Но, как мне кажется, вы берете ее слишком сильно, вы берете ее слишком много, у вас она, условно говоря, тяготит. И вот именно в этом, как мне кажется, и есть проблема. Вот. То, что я должна даже там, условно говоря, там, в ущерб значит, своим желаниям. Или мои желания на самом последнем месте. Вот. И в этом ключе, если у вас есть такая позиция, стратегия, что мне необходимо жертвовать собой, там, допустим, ну, я не знаю, на постоянной основе или нет, да, но в любом случае, если есть такой элемент, то нет ничего удивительного, что вы болезненно реагируете на то, там, что делает ребенок, ну, ваш ребенок, образно говоря. Ну, вот. Потому что это нормально, что вы реагируете так. А как вот по-другому, как по-другому вы можете реагировать? Ну, если вы жертвуете, да, если вы в последних сил, да, там, если вы там истощены, и что-то ребенок еще, что, ну, что-то хочет. Ну, конечно, вы будете реагировать крайне болезненно. Ну, вот, это нормально. Это абсолютно нормально. То есть, условно говоря, у вас вот на ребенка, да, такая вот, грубо говоря, чрезмерная немножечко реакция. Не просто так. У вас на ребенка такая чрезмерная реакция. Ну, потому что вы чувствуете себя обделённой, вы чувствуете себя, там, условно говоря, несправедливо обиженной, вот, может быть, неоценённой и так далее, да, вы, то есть, ну, вы сами собой недовольны, вот, и, ну, в принципе, вас можно понять, почему вы собой недовольны. Вот. То есть это, ну, достаточно легко как бы здесь идентифицируется. Вот.
Но важно, конечно, не это, да, а важно немножко другое. Важно то, что вы будете делать с этим. Важно то, что вы будете делать, ну, дальше, как бы, с этим. Вот это важно, понимаете? То есть, что вы хотите делать. Ну, вот. Значит, вы говорите, что у меня работа, на которой я нервничаю. Ну, давайте последовательно разбираться, из-за чего вы нервничаете, почему вы нервничаете, вот, что вас, условно говоря, нервирует на работе, вот, но есть же, наверное, какие-то причины, да. Дальше, мужчина, за которого не хочу замуж, пишите вы. А почему вы должны хотеть замуж за мужчину? Ну, то есть, ну, не хотите, не хотите, почему должны хотеть? Откуда информация, что, ну, что должно, что если там вы с мужчиной, то обязательно вы должны за него, ну, не знаю, замуж быть. Вот. У вас такой стереотип или что? Вот. Значит, дальше. Живу за неимением любимого мужчины. А что именно вы пытаетесь заменить? Что именно вы пытаетесь получить? Что именно вы, ну, чего именно вам не хватает, образно говоря? Вот, и понимаете ли вы, что это, ну, фактически, это такая, зависимость получается у вас. То есть это, ну, это такой, да, достаточно важный момент, потому что он, этот момент, я имею в виду, характеризует очень хорошо ваше отношение к себе. То есть я готова быть зависимой, да, там, ради, там, условно, своих желаний, но при этом я все равно, что важно, остаюсь неудовлетворенным. При этом все равно я, как бы, ну, я считаю, что достойно большего, но я ничего не делаю. То есть я считаю, что я достойна большего, а веду себя так, как будто большего я недостоин, понимаете? И обижаюсь там на людей за то, что там, не знаю, они меня там, ну, не ценят, да, обижаешь там на людей за то, что там они ко мне относятся как-то не так, как я хочу. Ну, вот это я считаю, что я достойна больше. Ну, такая. Сама я при этом постоянно практически соглашаюсь на меньше. И вот такое противоречие. То есть хочу большего, а соглашаюсь на меньше. Знаете, в чем здесь самый такой вот, ну, самый такой болезненный для вас. Вот. А в этом, как бы, вам, по моему мнению, тяжелее всего. Поэтому вам тяжело так. Вот. А ребенок, ну, ребенок, он, конечно, ребенок, он выступает в данном случае катализатором и напоминанием, может быть, о том, что, как вы себе это объясняли, да, что я это все делаю для тебя, ради тебя. Ты не ценишь, и
как бы, зачем я тогда это делал? Вот, ну, может быть так. Дальше. То есть вы нуждаетесь в любимом мужчине. Зачем? Зачем-то. Нужно разобраться, в чем нужно. Потому что понятно, что мы нуждаемся все об любимых людях рядом с нами. Но вы нуждаетесь, как мне кажется, в этом сильнее, чем нужно. Бывает, часто срываюсь на нем, кричу, могу обозвать, сказать уходи. Вряд ли сильно перечисленные обстоятельства на отношения с сыном давлю, особенно нервы на работе. Я заметила, когда хочу жить мои баловые потребности, да, отдых, сон, прогулка, удовлетворяется, срыва практически нет. Ну, надо сказать, что вы истощены. истощены, скорее всего, своей внутренней борьбой с собой, самой собой. Вот. Вы истощены этой борьбой, вот, и поэтому реагируете на неудовлетворение своих базовых, как вы говорите, потребностей. Вот вы реагируете так, потому что, ну, базовые потребности могут быть неудовлетворены. Это, в принципе, нормально, да, то есть, как бы, нет ничего ненормального в том, что базовые потребности, ну, не удовлетворяются. Это, к сожалению, часто такое бывает, что базовые потребности не удовлетворяются. Вот. Но вы реагируете на это болезненно. И это связано с тем, что вам крайне тяжело, трудно переносить сдерживание своих желаний. Когда это происходит, вы, вероятно, ну, начинаете думать хуже о себе. Тут вы, вероятно, начинаете, ну, здесь, вероятно, включается какой-то механизм еще, вот, который все время, ну, на пони, образно говоря. Вот. И он мотивирует вас на то, чтобы срываться на ребенка. Вот. Тогда обстоятельства, конечно, влияют. Ну, не могут не влиять просто, потому что вы все время вынуждены с собой воевать, вы все время вынуждены с собой там бороться. Вот, и понятно, что вам трудно, понятно, что вам тяжело. Вот, понятно, что огромное количество сил уходит, ну, на это, вот. И вы, ну, вы, образно говоря, нуждаетесь в поддержке. А получаете вы фактически не поддержку, а получаете вы только лишь там какие-то, ну, какие-то претензии, да, какие-то, может быть, предъявы получаете, я бы так сказал, вот, хотя это не точно, может быть, я ошибаюсь. Ну, вот, выглядит это все
таким образом довольно скверным для вас, так как вы это все описываете. Вот. Дальше. Возможно, мне кажется, что ребенок не лишает свободы. Нет, вы просто болезненно реагируете на дополнительную фрустрированность, касающуюся ваших потребностей в этом все. Я не думаю, что ребенок, лишает вас свободы. По крайней мере, дело не в ребенке, не только в ребенке. То есть, как бы, один ребенок здесь ни при чем. То есть, ребенок один, не смог бы ограничить вашу свободу. Вот настолько, чтобы вы так реагировали. Потому что для этого нужны немножко, другие обстоятельства. А мне кажется, что у вас этих обстоятельств нет, мне кажется, нет у вас этих обстоятельств. Вот, поэтому, собственно, такой ответ я могу вам дать с точки зрения, ну, психологии, психотерапии. Дальше. Я не готова была к материнству. Ну, я не очень понял здесь у вас. Это утверждение или вопрос? Как бы. То есть я вот как-то не очень понял этот момент. Если это утверждение, что вы не очень были готовы к материнству, то чем это проявляется и хотите ли вы что-то делать с этим? Если это вопрос, то ответить на него, на этот вопрос можете только вы так-то. А вот. Но я думаю, что никто не бывает готов к тому, чтобы стать родителем. Вот вообще никто. И вы просто человек, который, может быть, запутался вот, в чем-то, но я не думаю, что так глобально можно брать. А может быть, вы там действительно по отношению к ребенку себя позиционируете не совсем адекватно. То есть я имею в виду, что может быть, вы там требуете от себя там слишком, ну, многого и так далее. Вот. И если это так, то да, тут, конечно. Но это не готовность к материнству, это скорее неадекватность определенным требованиям просто к себе и все. Это с любым родителем может случиться, который не выставляет условно, ну,
границ между там, собой и ребенком, понимаете? Вот. Так что я бы сказал тут, что это не имеет ничего общего с тем, что вы не готовы к материнству, там, словно говоря. Дальше. Как выйти из круга? Ну, наверное, начать по-другому к себе относиться. Мне пора к врачу. Не знаю. Психологи, не диагносты, по крайней мере, не так, да, то есть, никто не будет диагностировать вам что-то, опираясь вот, ну, на то, что словно вы, ну, написали, да? Никто не будет диагностировать вас, потому что нужна очная работа. Вот, но раз вы обратились, там, условно говоря, к психологу, а не пошли к врачу, то, возможно, это означает, что к врачу вам еще рано. Может быть, это означает, что, ну, что можно решить все силами психолога, вот. Если вы хотите, конечно. Вот. Это то, что я могу вам сказать. Ну, опираясь на то, что вы пишите. Давайте, наверное, мы с вами на этом закончим. Вот. Потому что уже, как мне кажется, достаточно много. Я вам ответил. Вот, давайте с вами на этом закончим. Я надеюсь, что вам это было полезно. Я хочу пожелать вам всего самого доброго, удачи, и желаю вам разрешения данной ситуации самым лучшим образом.